дельте реки Бюдбек появился необитаемый остров, на котором живут пока только птицы. Ну, как вам наш пляж? Ужасно. То есть отсутствие. То есть отсутствие нашего пляжа. Вот если радость не возьмется, сейчас же пляж делится. Вернее, каждому пляжу свой хозяин. Я читал в форпост, там 200 с чем-то уже пляжи нашли своих хозяев. А вот наш никак найти не может. А да? Наш вот я не знаю. Нашелся хозяин. И пока не найдется хозяин, вот это безобразие так и будет. Надо поднимать волну. Поднимаем. Все. Каждый день практически поднимаем. Да. Но пока результата нет. Нету, это да. Безобразие. Да, что творится. Входит в разряд пляжа? Нет. Нет? Ну, это тогда... Сейчас, типа, сейчас уже пляжей нет. Есть место отдыха. Официально называется. Ты знаешь, мне понравилось. Смотрел я какой-то центральный канал, ну, это там, на материке. И что-то показывают Севастополь, и говорят, курортная Любимовка. Я думаю, о, блин. А когда эта Любимовка стала курортной? У нас с тех пор, как мы здесь поселились. А вон, посмотри, как сеть поставили, а теперь едут снимать сеть. Видишь, на резиновой лодке? А, да, да, да. Ну, похолодало немножко, как бы пошла к берегу. Да, они сеть поставили, а сейчас должно быть... это. Так, привет. Ага. Эй, эй, давай поздороваемся. Пес. Давай поздороваемся. А нос-то грязный. Ты кто? Как тебя зовут? Саш, как его зовут, знаешь, нет? Нет. И я не знаю.